Новая антисемитская выходка во Франции. В Страсбурге неизвестные сломали стелу в память о разрушенной нацистами синагоге. Ранее в Эльзасе в день общенациональной акции против ксенофобии неизвестные осквернили около 80 могил на еврейском кладбище. Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что на протяжении нескольких лет республика сталкивается с беспрецедентным со времен Второй мировой войны ростом антисемитизма. Только в прошлом году было зафиксировано более полутысячи подобных выходок.